Вейгела цветущая Алсамар монет, компактный низкорослый сорт. Высота и ширина взрослого растения 40-50 см. Самобытность сорта в неповторимой многоцветной окраске листвы, которая изменяется от бурой розовой до зеленой, с беловато-розовым обрамлением. В осеннее время листва красно-фиолетово-коричневая. Раскидистый кустарник имеет сферообразную крону и цветет крупными, от 4 до 5 см в диаметре, розовыми колокольчатыми цветками. Преимущества и недостатки. Вейгела цветущая Алсамар монет – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Вейгела прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола вейгела цветущая Алсамар монет можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. Расцветает вейгела цветущая Алсамар монет в месяц май-июнь. А второй раз может цвести в месяц сентябрь-октябрь. Цветы имеют слабый аромат. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Обратите внимание, что вейгела цветущая Алсамар монет – самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.